Витаем вас! Мы сегодня с вами приготовим одно белорусское блюдо. Блюдо, которое очень любят белорусы. Ну и, наверное, все люди на этой земле тоже его полюбят, если попробуют. И это блюдо называется драники. Вы когда-нибудь пробовали это блюдо? Да! Молодцы! Смотрите, почему, как вы думаете, драники называются драниками? Давай. Потому что картошку надо драть. Молодец, правильно, совершенно верно. Картошку терли, а по-белорусски значит драли картошку, да? Вот примерно на такой терке, да, брали и драли картошку и получались драники. Что нам необходимо для драников? А как она по-белорусски будет? Бульба, правильно. Яйки, молодец. Соль. А как по-белорусски лук? Цибуля, правильно. Для чего нам нужен лук? Чтобы не темнели наши драники, чтобы они были чуть-чуть светлые. Ну и как вы думаете, вот картошку мы будем, нашу бульбу будем так и терти или почистить ее нужно? Почистить. Давайте мы беремся и все вместе чистим. Ну вот, ребята, мы с вами помыли картошку, и теперь ее нужно натереть. Я вам покажу, как раньше драли картошку. Смотрите, нужно быть осторожными, чтобы ручки не поранить, да? Вот так брали и терли. Видите, что получается у нас с картошкой? Видите как? Вот видите, это получается масса, с которой потом делают драники, да? Ну, не сок, вот видите, если много нужно было тереть. Представляете, если семья была большая, и хозяйке нужно было много-много сделать драников на всю семью, сколько ей нужно было стоять по времени и тереть, да? Но у нас сегодня есть с вами помощник, кухонный комбайн, да? И мы с вами сейчас быстро все это стерем. Смотрите, какая получилась у нас красивая масса, да, картофельная? Да? Нельзя. Так, ребята, смотрите, теперь мы с вами вылаживаем нашу картошку для того, чтобы сделать и заправить ее. Так, что у нас здесь находится? Лук и картошка просто, да? Да. Замечательно. Да, хорошо. Давайте, разбивайте яйца. Молодец. Держи. Сюда. Держи. Так. Давай, солите. Еще можете добавить соль. И еще. Да. Вот, хорошо вымешиваете, чтобы соль перемешалась, чтобы яйцо перемешалось. Ставим нашу пательню на плиту. Лейте масло сначала. Вот, смотрите, как нагрел, как проверить, чтобы нагрелось масло. Можно взять, немножко добавить туда сока. Если сок шкварчит, значит масло готово и нагрелось. Значит, можно налаживать уже. Мы ложим маленькие оладушки. Итак, у нас получились первые драники. С великой радостью они у нас не комом, да? Они у нас получились очень красивыми. Вкусные, Адриана, драники? Ну, а когда они делаются в кругу семьи,
Если со своими родными и близкими, они еще вкуснее, правда? Поэтому делайте драники. Ну и приезжайте к нам в Беларусь на драники со сметаной. Да, папа.